левой стороне. Хорошо. Активная разминка перед утренней тренировкой. Василиса Таланова занимается настольным теннисом всего 2 года, но уже имеет первый юношеский разряд. Рассказывает, что полюбила этот вид спорта с первой же тренировки. Мы с моей одноклассницей вместе пошли на пробное занятие. Нам понравилось, и мы начали заниматься. Теннисисты Одинцовской школы тренируются 6 раз в неделю. Сейчас занятиям уделяют особое внимание, подчеркивает тренер Алексей Болотников. Впереди у его подопечных ответственное соревнование – всероссийский турнир для спортсменов с первым юношеским разрядом. Будут соревнования в Рыбинске. Это среди девушек и юношей до 14 лет. Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. К важным состязаниям усердно готовится и Мария Миланченко, член сборной Московской области среди глухих. В спорте она более 3 лет. На чемпионат такого масштаба поедет впервые. Я готовюсь к турниру Рязанов, такой город. Я вот готовлюсь, потому что надо готовиться, потому что там будет, не знаю, сильных, но мне надо приготовиться, чтобы у меня получилось все. Призовые места на турнире дают возможность спортсменам повысить свой разряд. Лучшие будут отобраны в состав сборной Московской области. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».